Чё вы, бедолаги? Ты не мой уринда. Сквозь защиту идет сам в атаку. Мощный удар Тарслона. Отвечает ему. Якубов еще один раз колено пробивает. Арсен уже понял, что бороться-то смысла как бы нет. Попадает. Как он так запрыгнул головой в гильотину? Bugunning o'zida boshlang va Mosbet bilan chempion bo'ling. Mostbet xalqaro bukmekerlik kompaniyasi. Hodisalar katta tanlovi va yuqori koeffitsentlar. Yangi kirganlarga 3 million so'm bonus. O'z hayotingizni muallifi bo'ling. Bu bo'yda hamma kutyapti. Ne tolka mana bu yerdagi 400 ta odam. Balki sizlar YouTube'dagi bizni podpischiklarimiz kutyapsizlar. İltimoslardan. Ushbu videorolikni qo'llab-quvvatlanglar. Hammasi sizlar uchun qilyapmiz. Like bosib, podpiska qilinglar kanalimga. Shu bilan bir qatorda o'zingizlarning fikrlaringizni kommentariyada yozinglar. Biz bundan motivatsiya olamiz faqat. Hamma bizning sponsorlarimizga kattadan-katta rahmat deb qolamiz. Sponsorlarsiz bu turnir bo'lmasdi. Komandaga ham atalgan rahmat. Hozir do'stlar, Arsen va Arslonning bo'yi bo'ladi. Messi bo'ladi, o'z ko'rasizlar. Kim kimga balet qiladi? Hozir shuna to'xtatib kommentariyaga yozinglar. Hammaga omad, biz esa boshladik. Все, начнем. Я не слышу, вы готовы? Давайте дадим шум! Это главный бой сегодняшнего вечера! Вы так долго ждали его! Столько было разговоров, они... Мы провели пресс-конференцию, мы провели face-to-face. Они уже высказали друг другу. Осталось только напоследок доказать здесь, кто из них лучший. Пускай победит сильнейший. Пускай победит сильнейший. Последний раз пошумим. Вы все готовы? Давайте еще раз шуму дайте. И это главный бой вечера. Весовой категории до 74 килограмм. И в красный угол октагона приглашается боец из России, Республики Дагестан. Встречайте! Всем салам алейкум. Меня зовут Арсен Ягубов. Республика Дагестан. Сергей-Калининский район, Сергей Сергей-Кала. Проживаю в городе Санкт-Петербург. Мне 23 года исполнилось сегодня. Прямо сейчас. Прямо минут 42 назад. И вот, тренируюсь, готовлюсь к своему сопернику. Неплохой соперник, но в девочку он играет. Мы увидим это. И вот, короче, все хорошо. Молоко подать или молоко? Сейчас, я ему молоко добавлю. Нормально? Да, конечно, нормально. Арсланджан, салам алейкум. Ты знаешь, что это такое? Надеюсь, ты видел. И еще увидишь. Ломаю людей и буду ломать. Это же просто железо. Вот здесь.
Это вот, да? Встречу и все. Алейкум всем, меня зовут Руслан, я друг и брат, можно сказать, Арсена. Мы с самого детства вместе тренируемся в Сергакале. Судьба нас свела, и теперь мы уже в Питере, в зале «Лидер спорт». С детства нас связывали тренировки, и получилось так, что мы участвуем в винной битве. Я буду его секундантом, и 10 марта, иншаллах, победа будет наша. Саламу алейкум всем, меня зовут Имам, я приехал из Дагестана, живу в Питере, познакомился с очень прекрасным человеком Арсеном, очень хороший человек, уже, блин, брат, как-никак, и знаю этого человека и уверен в его победе, в его успехах дальнейших, в его карьерном росте в этом деле, и думаю, все пояса будут наши. Сутки наши. Якубов, Россия, Дагестан, Игорь Маучош, 74 килограмм, Орлов, Ну что ж, дорогие друзья, вы ждали этого, вы этого дождались. Главный бой сегодняшнего турнира — Арсен Якубов из России, Республика Дагестан, город Каспийск, 23 года, 74 килограмма вес, 180 метров рост, рекорд 2 боя, 2 победы. Львиная битва входит в свою финальную стадию, и сейчас у нас тут настоящие львы сразятся. Это будет реально круто. Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Men ismim Xursandov Arslonbek. O'zbekiston Respublikasining Surxondaryo viloyatining Jarqon tumanida tug'ilganman. 1998-yil. Oddiy oilada. Dadam ismi Ro'ziyev Ismoil, onam ismi Marmarado Zulayha. Oddiy ishchi oilasida tug'ilganman. Yoshligimdan sportga qiziqib kelganman. Yoshimdan sportga qiziqishim tufayli dadam Termiz Olimpiya zaxiralari sport kollejiga o'qishga qo'ygan, internatiga 7 sinfdan milliy kurash sport turiga qo'ygan. Sherlar jangini birinchi turda yutdim. Inshaalloh ikkinchi turga mehmon bo'lib borganimda bir Arsen degan Dagiston bola o'zbek bolani yutib, katta gapirib qo'ydi. Men unga chida olmay, og'rim kelib chiqib bordim. Ну на самом деле я думал, ну нормально подраться, показать себя, ну ты знаешь, да. Мне просто хотелось бы еще чуть-чуть показать себя, если есть желающие кто-нибудь со мной подраться. Прямо сейчас, что ли? Да, прямо сейчас. Серьезно говорю. Просто чисто спарринг сделать по-братски. Какой вес? 74. 74. Есть 74? Серьезно? Давай, давай, идем. А вот давай, это лучше фейс-ту-фейс сделаем на следующий турнир. Наши вот это поворот, дорогие друзья. А? Я думаю, сейчас полковым не готов. Давай. Что ж, у нас теперь есть соперник и есть задел на следующий турнир. Это будет интересно, дорогие друзья. Иншаллах. Азарик Махалтуновка Даман.
Звор чутки волят, пахатам яхше. Миунга курсанан, доказат хламан. Узбек лаханды легене. Ассаламу алейкум, меня зовут Максим. Мен Узбекистан Шархан деген шахырамна. Санкт-Петербург шахырыге 2007 жылы дегене. Сетті олдан тренировкалар кылардым. 2-3 жылдан бері бетте тренингли кылып дегене. Арслан 1 жылдан бері мені тренировка кылады. Но халасы яқында сейлер жангиде Дагыстан деп ала билан бой өткізады. Жүрден күші сапермей. Бо халасы подготовкалар яхшы кетипті. Бір күн 2 махалы тренировка кылыпті. И бу соперника біз алоҳида подготовкалар қиляпмиз, чунки соперник кучли ударник, боксер. Худо хоҳласа ударкаларни ҳам тортяпмиз и курашни ҳам параллелно қиляпмиз. Бу медаллар кимлар учундир оддий темир бўлиши мумкин, лекин бу мен учун жуда қадрли. Ҳар бирони тагида буни оғир меҳнат, машаққат ўзига яраша қийинчилик бор. 2019-йил 20-декабр куни мен үшін жүді бір қиын күн болған. Чүнкі өші күні мен сүйенген тағым, мен үшін ең қадырлы болған инсан дада жаным жоқыртқан мен. Мен бұл күнгәдір оддей қолат болушы мүмкін, лекін мен спорттайым шу дадам үшін тренировка қойырдым да дадамды көңілін көтеріп үшін һәр бір оған медальдарымды құрсам боп Москваларда ем. Бұл келді. Шпет достым, давлат меня катта мотивация бер башна. Хаммада боладыган халат. Сен мен алдыңга ке, бирге ишлейбиз. Бир эле мусабака көп, көп яхшы опыт аласан. Сен яхшы байсан. Мен сени яштыктан танысам, биле катта болган болсак, мен сенге ишонаман. Ошно алдыма келсең, колдан келгенче жардам бераман деген. Мен Хурсанов Арсен менен 2013-чи жылдан бери таанышмын. Бирге спорт школада окуйбыз. 2020 yıl men onu Sankt-Peterburg shahriga ishga chaqirganman, ham ishlab, ham treningga qilamiz deb chaqirganman. Endi mana sportlarga qiziqishi borligi uchun uni chaqirganman va sherga treningga qilamiz, bitta zalda treningga qilamiz. Sherlar jangida mana ikkinchi bo'yini inshaalloh o'tkazadi Dagestanlik Bayes bilan. Men unga ishonaman. Sportchimga e'tibor kerak, e'tibor va qo'llab-quvvatlab turish bo'lsa, yuksak natijalarga tez orada erishamiz, xudo xolosa. Yana bir narsa aytib o'tmoqchiman. UFC ham o'z-o'zidan o'zi UFC bo'lib qolmagan. O'zbekistonda birinchi bo'lib ochilgan Ertri Sherlar jangi promotion ham qo'llab-quvvatlab turingizlar, kuzatingizlar. Sizlarning e'tiborlaringiz orqali juda katta promotionlarga aylanib ketishi kerakmas. Arslon birinchi marta мен келгенде 1 жылча болып қалды. Яқын таныстарымыз, акаларымыз Илхом акамны алып келгенде бүгінге, бұны менге. Бірінші келгенде бұл фақат күрәшші еді. Күшті күрәшші еді. Греплинг, көпірақ Москваларда греплингде мұсабақалар шығып жүрді. Кейін бұны қолларын аса қиналғанбыз қойғаны. Кейін аузғына тәйірленгеннен кейін 1-2 ай, 3 ай жүрді менде тренировка қылып, кейін мұсабақаға алып шықты. Мынасына бір көрелі деп. Мұсабақаға шыққанда жүрден күші сапенелер түшіп қалды. Питерде башты топ бойы байысыларды сеген болырады. Профессионалды ұрышып, яқшы результатлар қиген болыр. Шауқа ал деген болыр. Кейін Таджикистан лепті спортсменлер, сен күшті күші спортсменлер болырды. Бұл абылан ұрышқан еді. Мен лекен тоғырсы, жінде иккеланыш бөгенімді болады. Чүнкі қолы жоқ, күрәшші. Қына ұрышар екен деп, иккеланыдым болады. Сәл хай қодым қойгені. Лекен Худога шүгір, яхшы результат қылды, характер бұна үйті орды олады. Мені физически күрәшке алып керіп, бабалым үйтті. Кейін бұндан кейін бүнге яна стимул ойғанды, яна интерес. Просто спорт амаз, бұл жүді бір қиын спорт десең болады, чүнкі бұл спортта, кәмеде қамы спортта мастер болыш керек. Именно бай-бай самбо, дүзді, греплинг, бокс, тайски, хамасын
просто адам буду разыгрывать эти болями, потому что хамас на тайне михнул театрута, хатту тренировка. Бу кин спорты болема, потому что жду завтра кузлямиз. Иншалла махсат кесара толки кидамиз. Ассаламу алейкум, хурматли тошла. Ман достом Хурсан Васлан, якында бой бор. Нарьяли көремиз, хамамиз команда Максим Устин. Ustozimiz Maksim aka Qullashov. Xursand bo'lsam. Inshaalloh normal sapernik olgan. Tayyorligimiz qattiq ketyapti. Ikki mahal o'tirinuvramga, vechirni turmoqga, kunduz kuni kechqurun tayyorgarlik ko'ramiz. Sapernikni ikkita bo'yini tomosha qilib ko'rdik. Всегда готов. Скоро наш брат Арсан Хурсанов выступает в Шерлар Жанге. Всем желаем победы нашей команды Максим Устим. Иншаллах, насыб болса. Иншаллах. Умада сөйлесін. Аллах Таала қуат берсін. Иншаллах. Насыб болса. Күш бірлікте команда. Да. Максим Устим. Максим Устим. Алла илах омин. Иншаллах. Дуслар. Блогер бомоқчилари, ёки тиктокер, ёки видеомонтажёр ўрганмоқчимисизлар, ёки фотошопти. Ҳама курс, дўстлар, мана Устрент онлайн мактабимда бу. Киринглар, курсимни олинглар ва ман билан бирга ўсинглар. Ҳаммаси мощный бўлади. Кеттик. Ну вот, дорогие друзья, и соперник Арсена Якубова. Представляющий Республику Узбекистан, город Жар-Курган, Курсантов Арслон. 22 года, 184 сантиметра росту. Невероятная тут поддержка, ажиотаж вокруг этого боя. Что-то будет, дорогие друзья. Ну и, судя по всему, представляет он Максим Устим, поскольку Максим Кулдашев будет в углу у Арслона Курсантова. Напряжение повисло в воздухе, хоть ножом режь. Ждем крутого боя. Ждем украшения сегодняшнего, насыщенного классными боями вечера. Боец из красного угла, он из России, представляет Республику Дагестан. Его возраст 23 года, рост 180 сантиметров. Рекорд составляет 2 победы, ни одного поражения. Встречайте, Арсен Якуба! А слева от меня боец, представляющий Республику Узбекистан, город Жар-Курган. Его возраст 22 года, рост 174 сантиметра. Приветствуйте, Арслан Курсантов! Рефери в октагоне Владимир Бала. Пожалуй, руки. Внимательно слушаем мои команды, правила не нарушаем. Головой не бьем, затылок, позвоночник, пах не бьем. Локтями в голову не работаем. Коленями можно бить в голову в стойке. За сетку перчатки шорта не хватает. 30 секунд дается. Ну что ж, накалилась у нас обстановка в зале. Все заряжены, и бойцы, и зрители. Арсен Якубов против Арслана Хурсандова. Сразу же бой начинается, прям с места в карьер. Сцепились в клинче бойцы. Коленом бьет Арслан. Валит он Арсена на пол. Тот пытается его на треугольник поймать. Но Арслан сбрасывает его ноги. Казалось, что прошел гард, но нет. Снова Арсен Якубов его в гард закрывает.
Треугольник у нас. Но мы помним про 30 секунд работы в партере. Снова на треугольник Арсен Якубов закрывает сейчас Фурсандова Арслана. Закончено время на борьбу в партере. Зрители стоят буквально на ушах уже. А это еще только самое начало. Ну что, Арсен предлагает порубиться своему оппоненту. Арслан наносит несколько хороших лоу-киков. Отвечает ему Якубов. Мощный удар. Вот уж, да, загорелись парни. Пытался сейчас Уширу пробить Арсен. И вот тут же Курсандов поймал на этой ошибке. Повалил в партер. Проходит ноги, но защищается очень круто Арсен Якубов сейчас в партере просто. Пытается все время на болевой поймать своего оппонента. И Хурсандов решил не бороться. Вызывает он стойку. Вызывает стойку своего оппонента. Поднимайся. Арсен предлагает ему побороться. В дело вмешивается Владимир Балава. Что за бой, дорогие друзья? Действительно главный бой сегодняшнего вечера. Хороший удар проходит у Арсена. Идет в борьбу сейчас Арслан. Классный бросок удается Фурсандову через грудь. Арсен сразу же пытается капканом ему накидывать, но четко видит все Фурсандов, сбрасывает ноги. Наносит жесткие удары в голову. Еще один мощный удар, но Якубов не выглядит потрясенным. Затаскивает он своего противника в треугольник. Очень-очень опытный грэплер Якубов, но Арслан абсолютно не боится его. И что, у нас первый раунд завершен? Нет, это еще было только время на партер. Якубов идет вперед. С ударом пытался улететь сейчас Арслан у него, но Якубов говорит, давай еще, давай, будем биться. Попытка Уширу пробить на короткой дистанции. Все, ну... Ух, какой бой, дорогие друзья, да. Не зря. Это только первый раунд, да. Здесь просто сумасшедший дом в зале творится. Все напряжены. Ну что ж, Арсен Якубов против Арслана Хурсандова. Главный бой львиной битвы третьего отборочного этапа. И вновь продолжается бой. Сразу же идет захват. Арслан пытается бросить Арсена, тот его выжимает в клетку. Боюдная борьба. Ну что, удастся снова бросить сделать? Да! Арслан Хурсандов снова бросает через грудь. И пока что никак Якубову не удается вот треугольник, видимо, свой коронный накинуть. Очень он на этот прием ставит многое. Пытается сейчас отбить ноги лоу-киками Арслан своему оппоненту. Прорывается сквозь защиту. С ударом чуть не попал опять в треугольник, но очень четко контролирует. 30 секунд. Закончились, снова бой, сейчас стойку перейдет. Как заряжены бойцы, как они заряжены. Вот уже Ушира от Арслана. Попытка бэкфиста. Но Якубов не подошел. Еще один бэкфист уже влетает. Но Якубов стоит. Идет сам в атаку. Мощный удар от Арслана. Отвечает ему Якубов. Пошел обмен ударами. Зарубились парни.
Какой бой, дорогие друзья. По-настоящему главный бой вечера. Без всяких шуток. Пленных брать не будут. Каждый хочет выиграть. Арслан подсекает своего оппонента. Валит его на канвас. Он сверху. Чуть не в маунт сейчас сходу заскочил Артем. Да, наносит несколько ударов. Фактически получилось это у него. Якубов ждет ошибки своего соперника. Сейчас ударом проходит Арслан. Стойка. И снова в стойку у нас. 30 секунд. Продолжается поединок. Еще один удар с разворота. Яков пытался идти с ударом, но попадает в захват своего оппонента. Ну что, получится ли еще один? Да, еще один тэкдаун от Фурсандова. Пробивает он защиту Якубова. Тому никак не удается застегнуть свой треугольник. И уже тяжелая ситуация, попадает Якубов, но за счет сетки умудрился практически сбросить с себя оппонента. Этого жестко контролирует партеры, наносит несколько мощных ударов. Якубов выживает, Якубов бьется. Отдает шею. Стойка. Не успевает провести удушающий прием Фурсандов. Стойка возвращается. Таковы правила, дорогие друзья. Итак, у время. Раунд. Да, два раунда. Это бескомпромиссной, классной, львиной битвы у нас сейчас, дорогие друзья, на ваших экранах. Ждет третий решающий раунд. Сложно даже комментировать. Я вам даю возможность послушать эмоции, которые вот творятся здесь сейчас в ресторане «Цинь». Никто не может усидеть на месте. Все понимают, что впереди решающий раунд. Каждый может победить. Каждый может проиграть. Третий раунд начинается у нас, дорогие друзья. Арсен Якубов против Арслана Фурсандова. Главный бой сегодняшнего турнира. Невероятный бой. Попытка хайкика от Арслана. Якубов пробивает с коленом в прыжке. Но стоит Фурсандов, как скала. Попытка бэкфиста. Якубов еще один раз коленом пробивает. Попадает жестко, мощно. Пытается шею забрать сейчас, понял это Арслан, сразу же вырывается. На коротке ввязывается в обмен ударами, два раза пробивает боковые, еще. Пытается добить своего оппонента, Якубов отвечает мощными ударами. Кто же победит, дорогие друзья? Сумасшествие, да. Невероятный бой. Тейкдаун удается Арслану, но вот шею отдает он. Отдает шею на гильотину. Якубов пытается найти там удушающий прием. Но очень круто растянулся Фурсандов. Очень круто, не дал просто вот задушить себя. Плечом бьет в голову. Но тут просто все приемы использованы, все, что дозволено. Сейчас будет уже концовка, дорогие друзья. Сейчас они вернут в стойку. И что будет, никто не предскажет. Видели мы, что шансы были у обоих в стойке. Давненько такого я не видел. Очень крутой бой. Эти парни отступать не будут. Это львы. Ну что, еще один тейкдаун от Арслана.
Сразу же обходит и снова вот начинает охоту за головой Якубова. На болевой прием выходит Курсантов внезапно, как Якубов выкручивается. Сейчас сам сверху оказывается. Ого-го. Скачили тут все в этот момент. Но Арсен уже понял, что бороться-то смысла как бы нет. Попадает. Как он так запрыгнул головой в гильотину? Даже я не понял. Шанс у Арсена. Но снова стойку возвращается. Что творится, дорогие друзья? Это должен быть один из самых рейтинговых боев в этом году. Безусловно. И состоялся он на львиной битве. Снова попытка бэкфиста от Арслона. Еще одна. Якубов пошел рубиться. Попадает в захват. Пытается бить коленом. В зале творится что-то тоже невероятное, дорогие друзья. Стоп, бой завершен. Итак, у нас завершился. Вот это был бой. Эх, надо было делать, надо было 5 раундов, мне кажется, дорогие друзья. Надо было делать 5 раундов. Это все-таки главный бой. Такая красота. Оба молодцы. И Арсен, и Арслон. Показали настоящий класс. Не, братья, на... Вот, успокоимся. На пояс будет пятираундный. На пояс будет пятираундный, братка. Не, на пояс будет пятираундный. Бой заслуживает вот, титульного, реально. Тут по всему, по напряжению, по атмосфере. Не, реально, по качеству. Пацаны показали хороший бой. Вот это от бой души. Достоин пояса. Не, Артем, от души бой. Вообще, мощно. Ну что, дорогие друзья, вот и кульминация этого события. В этом бою по истечении 3 раундов победу одерживает боец из Узбекистана, Арсен Хурсандов! Вы слышите эти эмоции, дорогие друзья. Арслан Хурсандов одерживает оба чемпиона, победу в крутейшем оба бою. Оба чемпиона показали хороший бой. Арсен! Арсен! Иди куда, сюда, куда ты уходишь? От души. Честно. Не ожидал такого боя. Вы творили, не знаю, историю вообще, можно реально сказать. Реально, это самое громкое событие лиги. Пару слов от тебя. Всем салам алейкум. Как бы ни было, я показал все, что могу, но я как-то надеялся на 5 раундов, но ничего страшного. Еще время есть. Хочу поблагодарить всех, кто рядом со мной. Организаторы, братья. Всем, кто себя поддерживал, всем баркала огромная, братья мои. Если кто желающий хочет сейчас побраться. Опять на своем репертуаре, да? Всем от души, короче. От души. Арслан, от души, зверь, брат. Вы братья. Красавчики. Мощные, мощные. Вот это пример. Да. Вот это пример. Все, короче. Вы все видели сами. Красавчик. И даже с боем доказал. Достойный бой. Оба красавчики. Арслан, ну что, слово дается тебе. Я так понимаю, это то, о чем ты не хотел рассказывать. Алхамдулилля. 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 Рахмат, поддержка тебе. Майсимаге, тренером. Я имею в виду, как бринч тренером, бринч.
үргеткен тренім әбдеш яқшы көрем. Мемлекетке бірінші оп кірген яна. Біз екіте сабап жорды, біттасы Ұлхам әке болады. Ұлхам әке залға барған, Максим әке менің зор болшым үшін көтерген. Әкелерден үмірім ақыреті қарыз орман. Иншалла, Өзбекистан, менің әшен әйткен, хамма өзбеклер, Фадеш көшін қатты рахмат. Залға кеу өтіргенлер. Алхамдулилла, алхамдулилла. Брат, кең. Максим әке. Кең. Мен көп қапылам үшімді айта алмаймын да, үшімді қапыл айта деген кім болады да. Қай жонда. Салам алейкум, шөре саммаге. Амалайызе қаттаған рахмат, поддержка үшін. Өзбекистандан ам жүдекі болам, қолап-қуатлап тұрыпты. Телефон қылып, SMS жазып, комментарий жазып, прямой эфирде хаммата табриклап, қолап-қуатлап тұрыпты. Рахмат хаммаге. Біз бұл жерге гонорар үшін, я поезд үшін, я медаль үшін шықмадық. Ор намысымыз үшін шықтық. Өзбекстанымыз ор үшін. Құдайға шүкір, жерде бір әкелеріміз бар. Яқшы, бизнесмен әкелеріміз. Арсланға бір 1000 доллар подаркасы бар екен. Ашур екен. Бері монолит. Бері монолит. Ама айлаға омар. Ну что, это был победитель Арслан Хурсандар, Узбекистан, из города Жаркурган. Санкт-Петербургдағы юрттошларымызға Рустам Рахмоновтан кішкене тавсия. Bambi Cake компаниясыдан ажойып тортларды сіларға тавсия қыламыз. Бұл тортларды бізді промокод орқалы Рустам Рахмонов каналдамыз деп заказ қысайла, үнфойыз чегірмәгеге боласылы. Харқыл турдагі торт мақсулотларыны бен малу қарет қылшыңыз мүмкен. Хамайларға омат ва йоқым ништаха. Ассаламу алейкум, юртташлар. Бүтін Өзбекистан халқы мені бойымды күтеткен. Мені балетчикларым Өзбекистандағы. Иншалла, мана қалыба қазандым. Дуаларыңыз болан. Рахмат. Мен дуал... Мен қалыба қазаншым байысы. Мен үшін біз қалыба қазанмасығымыз керек. Өзбекистанның біздің бау каналларымыз кім болген? Амур Темур, Жалалды Мәңгі берді. Өзбекистанды да біліп қойын. Өзбекистан толқы период. Иншалла, Өзбекистаннан чемпионлар жүді көп шығады. Рахмат. Адуши, кто меня поддерживал на самом деле? Ну, вчера просто договаривались на 5 раундов. Я заряжен был, уверен был. Но сегодня, видите ли, как-то там организатор не захотел так сделать. Я не знаю, знаю, что. Я еще, я согласен, я нормально. Базару нет, он мне ронял эти своими проходами. Но я этого и ожидал. Но со стойки вы сами видели, все. Я от души себя чувствую и уверен, 5 раундов было бы, этот бой был бы у меня. Но ничего, иншаллах, следующий за пояс, конкретно 5 раундов мы посмотрим, кто к чему будет готов. Арслан, удачи, блядь, тебе, красавчик, базару нет. Что хочу, никакой ненависти, никаким. Всем от души спасибо, Баркала. Очень много узбекских братьев тоже поздравляют, принимают правильно. Им тоже огромное спасибо. Всем салам алейкум, от души за бой.
Ассаламу алейкум. Мен Кочкаров Шухраб Ширалиевич, Арс Дентал, многопрофильный медицинский центр, клиника Асосиса. Бізді стоматология, хирургия, урология, терапия, гастроэнтерология, кардиология, лор, гинекология, неврология бөлімлері өз фаулиятыны юртмоқта. Шуниндек, бізді қон тахлалары, сидик тахлалары, МРТ, КТ, ЭКГ ва УЗИ диагностикалары мавжуд. Біздің ijtimoiy tarmoqlarimizga obuna bo'ling. Asosan Instagram sahifamizda har haftada bir marotaba jonli efir orqali o'zingizni qiziqtirgan savollaringizga mutaxassis tomonidan bepul javob olishingiz mumkin. Qolgan barcha ma'lumotlarni esa bizning internet sahifamiz orqali bilib olishingiz mumkin. Ha, aytgancha bizning internet tarmoqlarimizdagi obunachilarimizga alohida chegirmalar mavjud.